Так, всем доброе утро, мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга-бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики. Это я постирала, иду в магазин, себе завтрак готовлю, встала в 7 часов. Это молоко надо купить, подкупить. Чё, свеклу хочу купить. Смотрю, в телефоне написано минус 9. Не знаю, сейчас посмотрим. Кашу себе, сосиски сейчас, чай, витамин одни. Выпила еще витамины. Ой. Что-то грязно у нас так. Бардак. Ну, я хочу сказать, на улице тепло. Ну, минус 9 с утра. С утра минус 9. Это около общаги у нас снег тает. О. Я иду в магазин. Что-то скользкое. Иду я в магазин. Ну, на улице нормально, днем будет тепло. Вот. Иду я в магазин. У нас, как всегда, люди не выкидывают, пьют и сюда кидают. Вот видите, а потом говорят, почему у нас общага разваливается, потому что сами не соблюдают. И в общаге у нас что-то грязь сегодня. Сейчас я там полазю, посмотрю. Так, пришла я с магазина. Я в Лёшкином магазине все покупаю. Сейчас никуда не хожу. Вот это 120 рублей. Второй раз беру. Хорошее, свежее. Молоко по 66 взяла. Ну, теперь такое беру. По 60 рублей это мне закончилось. 114 капуста. У меня там есть, еще пска лежит. Огурец, колбасы. Колбаса килограмм 325. Огурцы я не посмотрела. И это... Сейчас буду окрошку делать. Сейчас завтрак приготовится, буду окрошку делать.